Каждые выходные с утра и до вечера самые страстные игроки и преданные болельщики футбола проводят под открытым небом. Накал страстей на площадках помогает побороть мороз. Поле на стадионе ТМК поделено на 4 части. И на каждой по правилам мини-футбола проходят жаркие матчи. Лиги 3. Первой, самой престижной, играют подготовленные составы. И она немногочисленна. В ней выступают лишь 10 команд. Вторая лига в этом сезоне объединила 20 команд. Менее опытные игроки сражаются в матчах третьей лиги. В этом году она собрала 14 команд. Турнир заметно молодеет, и ряды участников пополнили новые составы. Включились у нас вообще дети, юные воспитанники Мостовика футбольного клуба. Также у нас Киев играет, там тоже мальчишки в основном. Ну а так, как можно сказать, в основном старожилы, которые из года в год у нас играют. К концу января к розыгрышу присоединятся любители футбола постарше – ветеранская лига. Команд здесь играет немного, но матчи всегда наполнены особым накалом страстей. Участники в дивизионе 40+ неизменны. Несколько лет подряд в нем играют 4 команды. Матчи зимнего мяча рассчитаны на всю зиму. Каждые выходные в 11 утра первыми на снежную площадку выходят игроки первой лиги. К 2 часам дня к ним присоединяются футбольные дружины второго дивизиона. И к вечеру с ними вместе параллельно играют команды третьей лиги.